Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас обзор на Чикапай Орион оригинал. То есть до этого у нас с вами был латте, это была копия. Но вы очень просили, попробуй оригинал, он отличается. И вот наконец-то я купила. И сейчас мы его с вами посмотрим и попробуем. Так, состав. Здесь, кстати, состав прям крупными буквами написанный. На красном фоне 180 грамм по 30 рублей. Ой, господи, грамм каждая штука. Так, да, вам, конечно же, ничего не видно. Хоть это и красный фон. Мне понравилось, что подписали прям оригинал. Потому что, честно говоря, начинаешь уже путаться. Орион или латте? Как-то Орион это как-то по-русски, по-нашему. А латте это как-то более загранично, как-то более другое, честно. Давайте откроем, посмотрим. Так, заодно вверх ногами они высыпались. Так, выглядят они, конечно, по-другому, но так же, как и на упаковке. Такие заграничная вкусняшка. Вот. Ну, конечно, открывается они, это вообще кошмар какой-то. Переломаешь всю печеньку в итоге, пока ее откроешь. Так, на вид, кстати, они особо не отличаются, они точно такие же неровные немножко, как и те. Так, давайте их разрежем. Ну, конечно, он отличается, кстати, он очень сильно отличается от внешнего вида, который есть на коробочке. Как-то мне все-таки казалось, что он будет более прям такой же пухленький, обалденный. Ну, как-то так. Давайте его попробую, как он на вкус, и вам расскажу. Мягенькая, вкусненькая, а немножко мне показалось она сладковатая. Вот. Ну, такой присутствует вкус чикапай. Ну, как-то, мне кажется, та была все-таки повкуснее. Хоть она была немножечко тоже такая же неровная. И, по-моему, мне кажется, она в разрезе была. Все-таки отличалась. Ну, вкусным, кстати, остается какой-то послевкусие. Даже не знаю, какое-то. Такое, знаете, честно говоря, немножко необычное, но, наверное, скорее всего, мы просто с вами привыкли к неоригинальным чикапай. Они продаются везде, они недорогие, то есть их уже просто привыкаешь. Давайте попробуем с вами еще ее разок. Но остается какое-то прям длительное время, остается какое-то такое непонятное послевкусие. Необычное, но сладковатое она. Так, пробуем снова. Ну да, она такая сладковатая, но не приторная. Вот эта, кстати, вот штука белая, она просто прям нежная, такая мягкая, такая, как, знаете, как долго нажеванная жвачка, которая уже не жуется, а уже такая прям уже мягкая, уже все. Ну так, необычно, вкусно. Вкусно так, необычно, но, честно говоря, наверное, привыкли мы к нашим чикапай. Копии чикапай. Нормально. Суховатый, кстати, немножко. Напишите свои отзывы, кто пробовал оригинальные чикапай. Обязательно напишите. Может быть, кто-то пробовал за границей. У вас продаются супер оригинальные какие-нибудь. Обязательно напишите в комментариях. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить следующий ролик, который выйдет уже завтра. Влоги у нас выходят каждый день, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем. И обзоры на продукты у нас выходят через день. Также есть обзоры на технику,
кулинария, живопись, фоны и много-много всего интересного. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!